Приветствую всех на канале Game One. Сегодня нас пытались зарейдить, мы с трудом отбились, и при этом мы столько всего выбили с них, начиная там с УЗИ, с Фамоса, до эмок, там фулл сет брони металлической, столько всего выбили. Кстати, если вы смотрите ребят, которые нас зарейдили, то вам огромное спасибо, потому что это было реально, эмоции просто зашкаливали, мне очень сильно понравилось отбиваться, понравилось все это дело, поэтому вам огромное спасибо. Если что про вас скажу плохое, то не обижайтесь, это просто были эмоции. Вот столько брони мы с них выпили, 3 сета брони, столько же эмок, там Фамоса был еще с кого-то УЗИ выбили, это было реально очень приятно. Надеюсь, вам тоже ролик понравится, так что, ребят, буду рад, если поддержите канал подпиской, это очень сильно помогает развивать канал. Всем приятного просмотра. Так, была у нас во дворе небольшая замеса. Какие-то пацаны все время приходили, нас троллили, забирали у нас лут. Вот такие вот мешали нам. И здесь какой-то еще другой тип построился. Здесь тоже, по-моему, два бомжа построились. Хочу к ним внутрь залететь, немного помешать. У меня 4 бобовок с собой. Хочу просто у них там немного их напугать. Поэтому сейчас попробуем на крышу залезть и к ним в дом залететь. Так, с двери я себе миллион сделал. На случай, если могут зарядить, я заранее обезопасился. К счастью, я уже почти 12 часов вроде прошло, по-моему. И дом до сих пор цел. Это хорошо довольно-таки. Так, с Ревиком. Он сразу же сбежал. Испугался меня. Он не понимает, какое у меня оружие с собой, поэтому и убегает. Так, у них там дверь, давайте сразу же сломаем, просто для интереса будем их пугать. Лестницы сломаются, по-любому запрыгнем. У меня с собой есть такой мелочный лут. Так, они сразу же застроились. Я был голый, они могли меня легко убить, хотя я отсюда тоже не выберусь, мне придется клянуться. Но они тоже испугались довольно-таки и сразу же запрятались. Они особо нам не мешали, просто во дворе строились и просто лутали, что найдут у нас там под хатой. У нас всегда почему-то замесы, всегда люди приходят, пытаются постреляться у нас. Так, давайте домой пойдем, сделаем бобовки и вернемся к ним. Думаю, на стену 10 бобовок закинем и просто заберем их. Так, у нас довольно-таки немало по серии. Пороху хватит, думаю, но бобовок, надеюсь, что к думаю хватит. Так, даже на 16 хватило. Давайте поднимемся на крышу. Я не знаю, стоит на них идти без оружия или нет. В принципе, я всегда смогу их взорвать и из дома туда побежать. Они все равно, думаю, не вижу вот после бобовок. Так, как-то тебе прибежали, пытаются бахнуть, что ли, не понял. Да, они пахают нас, не знаю чем. Так, непонятно, меня почему достали. Стреляли в блузу, как будто меня стреляли, но не понимаю, почему я нокнулся, не показали, от чего я умер. Так, давайте засейвим. Так, снутри дверь открыл. Это я плохо открываю, они все бахают, я не знаю. Там у нас была каменная стенка, не знаю, скорее всего, бобовками бахает или нет. Или вряд ли они так пахали, они должны понимать, что дом железный. Давайте, да, у меня и на спальнике, да, просто найс. Они же сейчас нас дорейдят. Очнулся на спальнике. Вроде бы в дом не зашли, хотя по звуку я думал, они прямо в доме. Так, пацаны пытаются отбиваться как могут. У нас просто ничего нету дома, ни патронов, оружие тоже, думаю, закончились. Так, кто там мог на это там? У меня только бобовки с собой крафтятся. Попробуем бобовками убить. Так, чувак, только не ты. Так, погоди, дай, я его нокнул. Хорошо. Я не знаю, сколько их там было, но я его нокнул. У меня опять КД. Итак, КД прошло. Реально, это все это время ждать было очень стрёмно. Почему-то все еще бегают. Слышно сразу 3 шага. Сверху, короче, видно. Я не знаю, сколько их там было, потому что троих сначала вырубили, они все еще там
либо они прибежали как-то, либо что-то сделали, но сразу я, типа, троих я видел нокнутых. И, по-моему, они вверх лазали, поэтому давайте вот так вот попробуем их убить. Я не понимаю сейчас, где они находятся. Они могут находиться на крыше, но раз я сейчас всех не вырубил, то вряд ли мне сейчас получится. Скорее всего, они уже спрятались и ждут, пока дверь открою. Ну, не знаю, лестницы должны уже сломаться. Почему-то лестницы тоже не ломаются, деревянные. Так, нам приходится только дома сидеть. У нас у одного калаш, и то, думаю, у него там максимум магазин. Не изученный калаш, у нас только-только изучили СМГ. Мы особо не развивались. Так, хотят дверь взорвать, верхнюю дверь взорвать. Так, у меня особо лута нету, ему нужно бегать. Так, дверь закрываем. Блин, я опять открыл дверь, опять. Да сколько я, да 2-3 раза открыл дверь. Как же меня эти спальники бесят. Так, меня поднимают. Прямо за дверью тип стоит. Не знаю, сможем убить, нет. У меня тоже хп слабое сейчас. Лечиться тоже вообще нечем. Так, это свой. Я не знаю, нужно их как-то поймать в ловушку. Нужно их как-то залутать. Вверх он уже не поднимется. Там уже лестницы сломались. По-моему, сломались. Там вроде бы не было лестниц. Так, сможем печку поставить? Хочу хотя бы какой-нибудь лут засейвит. Сюда их я по-любому не пущу. Если даже они до печек дойдут, сюда они 100% не зайдут. Этого допустить вообще нельзя. Но каким-то образом мы должны их поймать. Так. Они закинули бобовку, что ли? Не знаю, что-то они закинули внутрь. Нас они взорвали. Так, здесь лестницы целые. Я не понимаю, где они находятся. Вроде кто-то здесь внутри был. Так, слута нету. А, вот он. Это я думал, куда он пошел. Походу, он забежал в этот момент. Так, нужно по-быстрому его залутать. Они могут сейчас дверь взорвать нам. Так, с М-ку получил, неплохо. Так, очень много патронов. Скорее всего, с нас получил или... Не знаю. Так, очень страшно. Они просто могут сейчас дверь взорвать. Так, вот металлический сет. Сразу забираем, засейвим. Думаю, лучше будет здесь спрятать. Везде просто шаги. Не знаю, куда смотреть, что делать. Ящик тоже у нас полный. Так. Я не понимаю, что уже происходит. С пацанами тоже нету голосового общения, поэтому нужно очень осторожно быть. Мало ли там за любой дверь может оказаться. Так, здесь игрок. Не знаю, стоит его убивать. Так, мы друг друга убили. Я тупанул, конечно, я мог одеть броню, но я просто паниковал и не успел одеть ее, просто забыл про нее. Появился я опять на спальнике, прямо здесь игрок стоит. Его подняли, он подсадил второго, тот другой поднялся наверх, он один здесь остался. Сейчас не знаю, что делать. Типа, если его пустить, то он нам спальники сломает. Так, он его впустил, понятно. Давайте попробуем убежать. Да, я просто перед М-кой пробежался, меня... покоцало. Так, все, последние спальники наши сломались. Теперь придется до дома летать. Так, все мы добежали до дома. Тот тип все еще там застрял. Не знаю, где находятся остальные. Какой-то еще бомж у нас пытается в дом проникнуть. Так, ну, у нас в этом доме находится тип. Давайте закроем заранее, чтобы к нам не зашли. Сейчас надо убить этого. Вот его надо убить. Так, хорошо меня не добил, а то опять пришлось бы. Я просто 10 раз заспавнился в зиме. И только потом заспавнился прямо у дома. Буквально в 10 метрах от дома. Без спальника реально ужасно.
Так, плюс 3 имки написали. Неплохо на самом деле вообще. Так, спальник, если есть. Хотя, по-моему, у нас ткани уже нету. Давайте напишу, что я разберусь. Хочу бобовку к нему закинуть, чтобы там особо не рисковать. Просто будет обидно, если он нас убьет всех. Но меня он точно убьет, если на него пойду. Хотя, если все пойдем вместе, то не убьет. Ну, легче всего, думаю, бобовку закинуть. Давайте сначала этого убьем. Раздражает здесь. Так, с его не убили. Все нужно застроить по-быстрому. У нас металла особого нету дома. Если бы у нас было много металла, могли бы еще буферки делать. Там довольно-таки апгрейдить дом. Вот поэтому я считаю лучше всего типа построить дом очень запутанный. Так с ней иди туда только. Простерешь ведь лут. Хотя не знаю, как ты играешь. Я просто сужу по себе. Я плохо играю, я вряд ли что-нибудь смог бы с ним сделать, поэтому. Так. Пока я написал, они его уже убили. Они его уже убили, добили. Давайте поищем его ящик. Здесь очень много, я долго предыскать. На улице опять кто-то бегает. Это раздражает. Так, здесь я вообще не могу найти, где его ящик. Они залутали, что ли, вы, или не понимаю. Так, здесь топоры. А, труп здесь находится, понял. Так, еще один сет металла. Плюс контрап. Контракт на самом деле неплохо, был бы он еще в начале, он довольно-таки сильно выручил бы нас. Самое обидное, что у них не осталось взрыва, был бы у них взрыв с собой, и это было бы уже максимально крутой рейд, антирейд для нас. Потому что просто вчера мы немного поиграли, пацаны нафармили скраб, я за скраб улучшил верстак. Оформил еще 300 скрапа, там изучил бобовку, даже зарядить никого не успел, и все, мы из игры вышли. А вот сейчас зашел, я там немного пытался кого-то найти, дом, чтобы зарядить, и тут на нас пришли рейдеры и принесли нам просто все, что нужно. Типа, это можно считать как гайдом для того, чтобы развиться. Просто 20 часов игры, ничего не делали, и там буквально за 10 минут развились до топового уровня. Конечно, у нас ничего не изучено, но зато нам ничего искать не пришлось. Типа, все легко далось. Пацаны тоже довольно-таки сглупили. Есть много типов, которые отбивают рейд. Самые противные, это которые застраиваются. Это как раз я. Я отбил... Как-то помню, в дуо отбили клан китайцев, которые на нас нападали. Мы просто застраивали свой дом. Они буквально, там можно сказать, полчаса там все время взрывали, и мы смогли отбиться, чисто застраивая. Поэтому очень сложно зарядить дом, если кто-то онлайн находится. И тут реально повезло зайти в игру мне, потому что... Я как раз засыпал, хотел пойти спать, но все же решил зайти в игру, там может что-нибудь там нужно сделать, так просто решил зайти там, подумать, что-нибудь может сделать, может такое. И просто захотел зарядить соседей, а тут у нас пришли. Ну, это реально много. Так, здесь мусора намного больше, так нужно сверху там улучшить. Думаю, уже на полу ничего интересного не будет. Так, здесь у нас тоже ничего интересного пока нету. Нужно будет двери в МВК улучшить. Абсолютно все двери. Реально, вообще надо дом новый построить, который будет очень невыгодно рейдить. Я уже боялся, что они дойдут до дверей, до вот основного двери. Но они не смогли этого сделать. Хорошо, что дверей много было.
И в особенности хорошо, что мы в онлайне было. Хотя здесь в этом месте всегда очень сильная активность. Просто всегда здесь активно бывает. Людей. Еще вчера здесь было очень много народу, все время мешало, так кто здесь. Так еще тип оказался здесь. Не знаю, он с ним или нет. Ник я не запомнил, но он был с Фамосом. Так, тоже неплохо. Плюс еще один Фамос. Так, хотят мне дать Фамос. Так, на Фамосе еще прицел коллиматорный стоит. Надо эту дверь сейчас в МВК улучшить. Так, здесь нужно спускаться. Кстати, хороший способ так сделать, если там рейдеры зашли. Снизу вверх можно легко залезть и убивать их. А вот вниз они будут, то у меня такие проблемы им зайти. Так, был бы вообще топовый турель там на крыше. Было бы неплохо. Так, поставим дверь. Замок. Надеюсь, пароль они помнят. Пароль мы, естественно, поменяем, так что даже не пытайтесь зайти в дом. Так, сложно все же. Вниз спускаться сложно, а вот подниматься легко. Но пока так и оставим. Нужно даже дверь улучшить. Так, тут закинем. После меня сейчас, ну, думаю, она не сгниет. Так, очень неудобно, вообще неудобно себе что-либо сделать. Так, ну, кто-то опять стреляется. Не понимаю, где. Так, все наши здесь, поэтому, да, так нормально. Никого не убивают. Ну, можно считать, это рейд отбили. Теперь мы, скорее всего, будем прокачиваться. Так, с какой-то бомж бежит. Так, один раз попал, но он максимально голый, походу. Ну, сейчас бы главный дом улучшить, чтобы они не зашли. Уверен, они сейчас захотят дорейдить. Уверен, у них там уже подгорело, и они снова вернутся, поэтому мы, скорее всего, улучшимся и не дадим им зарейдить нас. Но мне реально понравилось отбиваться. Не знаю, придут они еще или нет. Может, даже прямо сейчас могут направляться ко мне. Но все же мы отбились. Хотя они сломали несколько печей, но лут они не забрали наш. Только дали свою. Не знаю, мне кажется, они пришли с рейдом, потому что у них инвентарь, у них полностью full инвентарь был. Много серы, там деталей, все такое было. Серы не так много, там по 300 штук у одного видел. Ну, инвентарь у них большинство было почти полное, можно считать. Не знаю, откуда они ко мне пришли, но все же мне отбили рейд. Почти все ящики забиты бронями, там везде броня лежит металлическая. Это реально круто, потому что полностью брони найти это не так легко. Для меня это вообще не легко. Ну вот такой вот у нас был рейд. Надеюсь, ролик вам понравился и вы поддержите канал подпиской. Всем спасибо за просмотр и всем пока.